привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Таня Мусульбес по решению ведущих съездила на свидание с Давидом Анташвили. Виктору Литвинову не нравятся знаки внимания, которые Давид оказывает Тане, и между ребятами произошла потасовка. Ходят слухи, что Литвинов уже готов сделать предложение руки и сердца. Правда, это будет всего лишь сейшельская свадьба, которая ни к чему не обязывает. Виталию Малышеву понравилась еще одна новенькая участница – Светлана Силаева. У девушки тоже есть к нему симпатия, и скоро она приедет к нему на остров. Евгений Жарков и его новая девушка Саша Филиппова поссорились. Саше не понравилось, что Жарков на ток-шоу целовался с тренершей по пикапу. Лизу Шароха раскритиковали в сети за то, что она надела на Кристины сына очень короткую юбку. Шароха же говорит, что это все не важно. Она ходит в церковь и молится там каждый день, но делает это молча и так, как считает нужным. Ольга Бузова рассказала о необычном подарке на Новый год. Известный концертный агент подарил ей розовое мыло в виде огромного мужского достоинства. Она погладила сюрприз на камеру. На днях Ольга выступала на одной сцене с Григорием Лепсом. Всего лишь год назад она не могла и мечтать об этом. «Человеческие возможности безграничны», – пишет Ольга. «Главное – ничего не бояться и следовать своей мечте». В семье Саши Артемовой и Жени Кузина пополнение. Ребята завели еще одну собачку – щенка йоркширского терьера. «Он такой сладкий», – пишет Артемова, – «а как он пахнет?» В недавнем эфире показали полуголую Сашу Черно крупным планом. Она была запечатлена в момент очередной драки с Иосифом Оганесяном. Сашу в этой ситуации никто не жалеет. Ей советуют покинуть Дом-2, чтобы избежать дальнейшего позора. Ольга Рапунцель рассказала в интервью про несчастный случай, который произошел с ней на фотосессии. Она должна была лечь в ванну, наполненную водой и конфетти. И когда она улеглась, на нее стал падать осветительный прибор, находящийся под напряжением. Девушка чудом успела его схватить. Она тогда очень сильно переживала и плакала. Елена Хромина рассказала о непростой ситуации в семье. Девушка даже не хочет ехать на Новый год домой. Отец, который воспитывал ее в строгости, после недавней выходки практически с ней не общается. Он не простил дочери то, что она сделала татуировку без разрешения, и практически выгнал ее из дома. Денис Ковалев выложил в сеть компромат на Сашу Шева. На видео девушка моется в ванной. Она нисколько не смущается и всего лишь прикрывает грудь рукой. Ковалев говорит, что это только цветочки, дальше пойдут ягодки. Он не может девушке простить то, что она предпочла ему Арая Чебаняна. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.